Полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Лихач, двигаясь по улице Зубковой в сторону улицы Тимуровцев, сначала пытается устроить конфликт с автоледи, которая чуть не пострадала от его действий, а затем выезжает на полосу, предназначенную для встречного движения, и в довершении проезжает на красный сигнал светофора. Когда запись появилась в сети интернет, она сразу заинтересовала сотрудников правоохранительных органов. Уже на следующий день полицейские во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ установили, что 3 июня этого года в 18:05 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии на автомобиле Kia, двигаясь по улице Зубковой в сторону улицы Тимуровцев по дороге с двусторонним движением, при объезде попутно движущегося транспортного средства выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате нарушителю грозит сразу несколько штрафов на сумму 6 тысяч рублей. Лихач осознал, что был неправ, и публично принес свои извинения. Больше не будет такой ситуации. Извините меня. Еще один нарушитель на автомобиле ВАЗ-2105 также привлек внимание сотрудников ДПС. Инцидент произошел утром 10 июня. При проверке автомобиля и документов водителя полицейским стало известно, что за рулем находился 17-летний юноша, который с товарищем ехал как раз ремонтировать недавно приобретенные на свои деньги «Жигули». В отношении юного водителя возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Также материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, если в семье имеется мото- либо автотранспорт, необходимо ограничить доступ детей к ключам зажигания. Олеся Котровская, телекомпания «Город».